из вариантов пуш, правильно? Буба надо. Иначе что это такое? Что это такое иначе? Неспортивно. Неспортивно, неспортивно. Так, попытка номер два с королями. Это что за хуйня? Прикалываетесь, что ли, блядь, в помойку двое королей улетело. Два раз пошел волын с королями, два раза. Ладно, третий раз, нахуй, третий раз. Блядь, ну не могу все время проигрывать, не могу, не могу, не бывает такого. Да не бывает такого, три раза сверху с королями выставился, три раза соснул, хуй. А что, вы прикалываетесь, что ли, надо мной? Думаете, лоха нашли, будете ездить по мне тут? Что это такое, значит? Реально, как лоха нашли, раздают лоху королей и кекают потом. И такие, знаете, а давай, давай ему королей хуй дадим, давай, давай. И чтоб он проиграл, давай, давай, давай. А, давай, смотри, смотри на его реакцию, как он горит. Тузы в туздам раздали, приятно. Приятно, кайфово, очень приятно. Очень-очень приятно, очень приятно. Хорошо, что сегодня стрим без рейджа. Опять тузы раздали, опять алын в король валет, приятно. Очень приятно. Ну тут, очень приятно. Хорошо, что сегодня стрим без рейджа, без тильта, так бы был бы... Был бы, ладно. Поехал. Короче, так мало королей, блядь. Чё мало королей? Больше. О, вот, теперь нормально ему королей. То есть, ну чё так мало ему королей дали? Ну, поехали тогда. Туз король. Не получилось отскочить нам. Опа, Валерик, добрый вечер. А теперь я буду снизу у вас. А теперь я буду у вас снизу. Но это не точно. Теперь я буду у вас снизу. Я теперь буду вас... Семь-два, что, блядь, ты совсем охуел, блядь? Семь-два! Это Кекис! Вы смотрите, что показывают. Семь-два! Ты что, лохан? Ты что, доехал? Блядь, утро начинается весело, блядь. 7-2! 7-2, алё, блядь, даже... Да, если ты первый раз в покер играешь, это же полная хуйня. Кол 4 бет пуша на 7-2! Ага. Спокойно откалываем. Ну и чек кол даль играю. Я не знаю, должен ли он тут туз-даму. Ну да, должен блеф превращать всегда, наверное, туз-даму. Потому что у меня могут быть дамы, валет, и он должен это выбивать. 8-7, ну идеально. Ты дурак. Блядь, в смысле стрит закрылся? Ой, блядь, так охуенно сыграть, чтоб, блядь, ебать, долбу какому-то с 8-7 в колодную, который колет. Я не тильтую, это не тильт. Ребята, это не тильт, я просто рейджу. Я не тильтую. Я часто объясняю, ну, ребятам, что я не тильтую. У меня будут супер крутые решения. У меня нет помутнения. Ну, типа, я все прекрасно понимаю. Мне все хорошо. Просто пукан горит и все. Понимаете? Я по-любому отыграю хорошо, я делаю. Это не тильт. Это просто я плохую энергию высвобождаю. Это рейдж называется. Чтобы в дальнейшем не было тильта. Понимаете? Это... Бля, такую можно и чекнуть. Не ошибка, наверное. Хотя монотонку. Монотонку всегда хочется, типа, проставлять. Oh my. Ебать, флеш, ну что-то такое флеш, конечно, тут. Чего? Чекнем. Наверное, кол. Маленькую такую. Гений, 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 гений. Гения не обыграть. Чё смешного? Стрит флэш? А, там стрит флэш.
Там Street Flash был? Серьезно? Подожди. Точно. Повезло. Повезло получается. Будет мне какие-то блефовые трибеты закидывать. У меня очень сильная рука, ну, типа здесь без вариантов. Здесь без вариантов. Блять, ну хуй раздали, серьезно. Да идите нахуй! Идите нахуй! Именно дама, именно я десятым! Почему я опять? Да блять, сколько можно? Чат, это вы сглазили, реально говорю. Вы реально сглазили. Даже если бы я кол сыграл, я хуй десятым бы вылетел. Да блять, сколько можно? Это, ну блять, опять, да ну что такое хуй? Это вообще нездоровая хуйня, всегда десятое место или девятое. Прошло... Все, я офаю, короче, все, все, всем бы, всем. Что, довольны, да, десятым? Ха-ха-ха, сейчас в чате будет. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, десятым, как смешно, блядь. Тильт. Блин, хотелось бы чисто неделю погулять так, с друзьями там увидеться, с родителями, отдохнуть. Я думал, типа, занести что-то и погулять, а я залил наоборот. Я думал, занести их даже хотя бы там долларов 200 каких, чтобы нормально недельку потусоваться так, а я залил 500.